Выступление Ильхама Алиева показало бессилие политики Армении. Выступление президента Ильхама Алиева в воинской части показало бессилие и бесперспективность политики Армении, полагает азербайджанский эксперт. Выступая на открытии воинской части Минобороны Азербайджана, президент Ильхам Алиев привел факты и проанализировал приоритетные вопросы внутренней политики страны, строительства армии и дипломатии. Об этом сказал политический эксперт Айдын Гулиев. По его словам, президент Ильхам Алиев подчеркнул, что азербайджанская армия в ряду 50 сильнейших армий мира. Послания, связанные с военной политикой и строительством армии, заключаются в том, что глава государства ясно представил все источники силы вооруженных сил. Постоянное улучшение материально-технического оснащения армии, бытовых условий солдат и офицеров, обеспечение современнейшими боеприпасами, усиление боевого духа и патриотизма солдат, доверие народа к армии были охарактеризованы как несомненные источники силы азербайджанской армии. Президент Ильхам Алиев рассказал о путях дальнейшего повышения морального и боевого духа личного состава. Как правильно заявил он, очень важно, чтобы у каждого солдата, офицера было полное представление об истории нашей страны, как древней, так и современной. Наша молодежь должна знать эту историю, нашу древнюю историю. Те солдаты и офицеры, которые знают, во имя каких исторических ценностей они борются, непобедимы. Привет, друзья! Хочу пригласить вас на свой авторский канал AZ20%. Жду вашей поддержки в виде лайков и подписки. Ссылка на канал в описании к этому ролику. Друзья, когда мы вместе, мы сила, и мы обязательно победим!